Вой сирены и спецгруппы в противогазах в Чувашии завершился второй день штабной тренировки по гражданской обороне. Учения всероссийские, в федеральных центрах и в регионах действия при чрезвычайных ситуациях отрабатывали на практике. Экстренные службы отрабатывали действия по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации. По легенде, они спасали пострадавших, тушили пожары и проводили аварийно-спасательные работы на территории возле ТЭЦ-2. Это уже второй этап учений, практический. В первый проверяли готовность пунктов гражданской обороны. Бронежилеты, каски, палки, противогазы, само собой. Также запускали системы оповещения населения, проверяли готовность к работе приемного эвакуационного пункта, поста радиационного, химического и биологического наблюдения, подвижного пункта питания. Они нужны на случай нарастающей угрозы. Одна из основных задач всероссийских учений – совершенствовать практические навыки и проверить готовность различных ведомств и служб к ликвидации возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.